есть у меня вот такой вот кролик, где-то он 1,5 килограмма. Ну, конечно, мы потом его взвесим. Хочу, короче, его прокоптить. Тут, в принципе, есть нечего. Самое ценное, это вот эта вот часть задняя. Хочу проэкспериментировать, что получится. Коптить я его буду горячим способом. Кролик это домашний, мною выращенный. Немножечко, друзья, осталось тут шерсть. Сейчас мы горелочкой все опалим. И я вам расскажу, что дальше делать. Теперь, друзья, давайте пройдемся по специям. Для нашего кролика я подобрал такие специи. Здесь у меня копченая паприка. Здесь сушеный чеснок, здесь свежий чеснок. Друзья, сушеный чеснок и свежий чеснок – это две разные специи. Они по-своему дают свой аромат. Взял я еще немножечко зиры, 4 горошины душистого перца, 2 гвоздички. Смотрите, с гвоздичкой не перебарщивайте, она очень мощная приправка. Немножечко душистого перца горошком, 3 лавровых листа и вот такую вот веточку сушеного розмарина. С этой всей смеси мы сейчас приготовим с вами маринад. Но об этом немножечко попозже. Сейчас нам нужно кролика нашего обсмолить. Так, друзья, давайте взвесим нашего кролика, чтобы рассчитать, сколько нам нужно будет соли и сахара. Вот, кролик у нас весит 1,360 кг, ну пускай будет 1,360 кг. Значит, на 1 килограмм, это, как я уже говорил неоднократно в своих роликах, это аксиома, берем 20 грамм соли и 5 грамм сахара. Или же, если вы хотите, где-то делаете на продажу, хотите, чтобы кролик долго постоял, тогда берем 10 грамм нитритной соли и 10 грамм поваренной соли. Но тогда, когда вы будете варить рассол, вы туда соль не добавляете, потому что нитритная соль при кипении становится ядом. То есть рассол, когда у нас уже полностью остынет, вы туда можете, конечно, добавить 10 соли обычной на килограмм, ну а затем добавить уже в холодный раствор нитритную соль и все хорошенечко перемешать. Сейчас займемся нашим рассолом. Даруем наши весы, видим, что на нулях, и добавляем туда соль. Я буду без нитритки готовить, где-то 30 грамм соли, немножечко побольше. Вот так вот, добавил я 34 грамма соли. Ну и на это количество нашего кролика добавляем 7,5 граммов сахара. Вот у меня сахарок, вот как раз, почти попал, 43 грамма в общем. Чтобы ускорить процесс, я поставил чайничек. Сейчас зальем сюда 1,5 литра воды. Добавим специи и поставим на плиту, пускай кипит. Так, друзья, добавляем наши специи. И заливаем все кипятком. Доводим, друзья, все наши специи до кипения. Даем, чтобы минут 5 оно покипело, и оставляем охлаждаться. Если вы, например, кролика хотите коптить уже сегодня, то тогда соли добавляете на 1 литр воды 100 грамм. И кролика прямо в этой смеси, когда она закипит, опускаете сюда кролика, выключаете газ. И пускай он где-то 40 минут в этом рассоле попарится, покуда все не остынет. Затем можно его уже коптить. Здесь я сделал меньшее количество соли, потому что у кролика есть там очень тоненькие места, которые сильно просолятся. Поэтому сегодня коптить мы не будем. Он еще у меня 2 дня промаринуется в этом растворе. Сейчас ноги мы его еще прошприцуем, чтобы хорошо маринад прошел. И будем коптить. Все, друзья, прошло 5 минут. Выключаем газ, накрываем крышечкой и даем остыть. А потом уже холодным рассолом будем заливать нашего кролика. Друзья, прошло 5 дней с той поры, как мы начали мариновать нашего кролика. Я уже не снимал дальше. Смотрите, когда наш рассол полностью остыл, я залил ним кролика, еще шприцом взял немножечко рассола и шприцом прошприцевал толстые части кролика, чтобы маринад хорошо зашел вовнутрь волокон мяса. И сегодня я буду его начинать коптить. Коптить я буду вот на такой вот коптильне. Выставил я здесь температуру 60 градусов и сейчас буду прогревать кролика. Кролика я буду прогревать до температуры где-то 40 градусов, затем добавлю 80 градусов, пущу дым и буду коптить до той поры, покуда в толстой части кролика не будет температуры 72
ну вот так вот, 72-70 градусов, тогда наш кролик будет готов. Коптилочка у меня на автоматике, вот я выставил температуру, она еще не набрала, покуда 46,6 градусов. Сейчас мы повесим кролика и пускай у нас прогревается. Здесь у меня, друзья, коптилочка забита под края, смотрите, здесь у меня балычки, колбаска, сервеладик. Ну и где-то тут мы сейчас разместим кролика. Все, ребят, разместил я вот кролика, вот так вот. Вот такой вот красавец у нас получился. Но по поводу, друзья, рецепта вот такой вот шикарнейшей домашней колбаски, друзья, есть у меня ролики на канале, смотрите, там все подробно я рассказываю. По поводу сервеладика рецепт скоро выйдет на канале. Ну и по поводу балычка, почеревка тоже, друзья, я скоро засниму ролик. Вернее, он уже снят, его надо просто только смонтировать. Ну а сейчас, друзья, мы перебрались в мою маленькую мини-ферму. И сейчас я вам покажу своих кроликов. Возможно, в будущем этот кролик будет у вас лежать на вашем столе. Мы его тоже закоптим или же забьем, а вы уже с него приготовите то, что вы любите. Вот здесь у меня есть такой беленький. Это у меня кролик-семенитель. Он, короче, работает на все 100%. А вот это у меня полтавское серебро. Смотрите, какой. Клеточки у меня из сетки сделаны. Здесь подведена водичка. То есть в автоматике подается вода. Кролики пьют. Им комфортно. На сетке все какашки падают вниз. Ну а здесь, друзья, у меня малыши. Сейчас откроем, покажу. Смотрите, такие вот красавцы. Идите сюда, попрятались к мамке. Смотрите, какой красивый малыш. Малыш, скажи ребятам привет. Такие вот красивенькие кролики. 4 числа, ну то есть где-то через 5 дней, этим кроликам будет месяц, как они появились на свет. Присмотритесь к ним, друзья, возможно, это в будущем будет ваш кролик. Ну а здесь, друзья, у меня, смотрите, это самые маленькие, им где-то 3 недельки, они только начали открывать глазки. А вот ихняя мамашка, калифорнийка, сидит, отдыхает. Смотрите, здоровая такая. Сейчас я вам покажу, пушок открою. Вон, смотрите, какие красивые малыши, сколько их тут. Спят. Спят малыши. Не только начали открывать глазки. Вон. Какой чудесный малыш. Привет. Видите, еще еле-еле глазки открывают. Иди. Иди к своим ребятам. В будущем, друзья, собираюсь расширяться. Сделал такую двухэтажную клетку, правда, еще не доделал, но все у меня в процессе. Это, друзья, у меня белый великан. Это самая огромная крольчиха. Тоже скоро, 22-го, где-то через месяц у нее будут маленькие детки. Вот еще одна смесь. Это у меня смесь белого великана. И вот эта вот мамашка там, что видели, Калифорнию, то довольно такие получились массивные большие кролики. Тоже она у меня, как говорят, в положении. И где-то через дней 20 у нее будут маленькие зайчата. Друзья мои, закончен процесс копчения. Давайте посмотрим, какой получился кролик. Прокоптился он у меня где-то около 4 часов. Затем я выключил коптильню, включил его на проветривание. Сейчас, друзья, откроем коптильню, посмотрим, какой он у нас получился. Смотрите, красота какая, а? Ляпота. Кролик имеет такой шикарнейший цвет. Полностью прокоптился. Здесь у меня еще колбасочка, балычки. Еще колбасочка и еще колбасочка. Вот такой вот шикарный кролик получился. Сейчас будем доставать его из коптильни. Ну и дальше осматривать, дегустировать уже сегодня мы не будем, это у нас кролик праздничный. Поэтому, друзья, пользуйтесь рецептом, пробуйте, коптите, не бойтесь, все у вас получится.
Ну что, друзья, пришли мы к нашему кульминационному моменту. Вот такого мы кролика закоптили. Потратили.